Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Кстати, не применил сказать, что он выпускник Политехнического института в Петербурге, что очень приятно. Владимир Николаевич Васильев, ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет. Анатолий Борисович Чубайс, председатель управления управляющей компании «Роснано». Шадрин Артем Евгеньевич, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономики. Вентимилла Алонсо, Виктор, руководитель Северо-Западного банка, Центробанка России. И Виктор Михайлович Конников, заместитель губернатора области по стратегическому планированию и инвестиционной политике. Поскольку у нас много выступающих, мы договорились, что мы проведем эту сессию скорее в режиме диалога с минимальным количеством презентаций и длинных монологов.